Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force от Marvel. Так, получаем с тобой награды. 100 капсул. Это за 8-й день. Так, здесь 2000. Так, опять рекламка. Вырубаем. Так, давай зайдем на почту и посмотрим, что у нас здесь. Так, всего лишь одна награда. Че так жиденько-то, а? Зажадничали, да, я так и понял. Ладно, здесь как будто мы все прочитали с тобой. Я не хочу, ребята, тут каждый блок этот читать. Заберем с тобой сферы. Ну, это самые начальные, поэтому в них ничего хорошего нам не выпадет. Ну, давай еще одну откроем. Понятно. Ну, я тебе говорил, что особого здесь ждать нам нечего. Что у нас по припасам? Давай-ка глянем. Как вы достали, а? Так, здесь 290, я ничего приобрести не могу. Так, здесь мы с тобой, наверное, откроем. Так, базовая сфера на ИЗО 8. Так, давай-давай, открывай. Норм. Так, ребят, для чего эта серия сегодня была сделана? Для того, чтобы открыть персонажей, которых я уже, не знаю, наверное, месяца 2-3 жду. Ну, в игру я не так, конечно, часто захожу, как хотелось бы. Но, тем не менее, периодически поигрываю. Так что у меня накопились персонажи, которых нужно открыть. Хотя, если сказать, что я их хочу прокачивать, ребята, это будет, наверное, легкомысленно. Очень тяжело тут прокачивать персонажей, тем более тут еще какой-то человек лед. Очень много они каждый раз с обновлением вносят новых персонажей. Ну просто, ребят, ну невозможно за всем этим угнаться. Невозможно. Ну, тем более без доната, сам понимаешь, да? Очень сложно. Так что вот, насколько могу, настолько, ребята, я и играю. Тем более не каждый день у меня это получается. Но, как я уже говорил, все-таки стараюсь поигрывать. Так, что у нас тут по припасам? Сферы, какие сферы? Ага, премиум. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Ох, ё-моё. На счастливчика 25 ДНК. Слушай, ну это круто. 25 ДНК, замечательно. Так, и еще какая-то у нас с тобой тут сфера. Блин, ну понятно, обычная, базовая. Ну давай посмотрим, что здесь. Так, ясно. Ничего опять хорошего. Так, нам нужно будет с тобой еще ежедневные цели выполнить. Все, уже 4 сделали. Так, а это кто у нас? Китти Прайд. Это что-то из новенького, по ходу дела. С драконом, нифига. Давай-ка зайдем сюда, заберем свои награды. Как ты видишь, у меня 76 уровень уже. А, был последний раз 75-й. Так, значит, сегодня будем мы играть на арене. Дальше участвовать, ну, эти миссии мы пройдем на автобое. Так, участвовать в двух налетах, купить припасы, все это, короче, ежедневки в первую очередь мы с тобой сделаем. Так, ну, а начнем, пожалуй, с открытия новых персонажей. Ну, новых это именно для меня, ребята. Так, Карнак. Давай вербовать. Это герой и космос, навык сдерживателей, и это не люди. Тыщенку он всего лишь стоит, значит, так себе персонаж, да? Получает 2 звезды красные сразу же. Так, и открывается у него точная атака плюс ослабляющие удары. Окей. Если честно, я долго на него копил. По одной карточке, по две карточки, ну и тем не менее, как ты видишь, накопил. Хорошо. Следующим у нас с тобой будет Домино. Так, она получает у меня что? Сразу 2 звезды, получается. Вербуем. Да, 2 красные звезды. И еще 3 доступны будут. На дальнейшую прокачку. Так, удачный выстрел и ложись, граната. Окей, тоже могу, да? 3 элемента вставить, но пока не хочу. Ну и последний, это у нас с тобой циклоп. Циклоп, ребята, 20 тысяч вербовка стоит, не кисло. Вау, 3 красные звезды, 4 на изготовке, лазерный луч и ко мне. Это у нас, ребята, из X-менов получит, да? Из команды именно их, да, ребята. Так, ну что, вроде бы и все. Конечно, хотелось бы мне Минерву прокачать, но до сих пор, ребята, не могу найти нужные элементы мне. Вот эти вот сферы, черт бы их побрал. Где вот их найти? Нигде, ребята.
только вот в таких сферах, либо будь добр покупать. Ну, извини меня, 439 рублей за 15 штук я как-то не особо жажду, поэтому не могу ей прокачать никак. А вот здесь, пожалуй-ка, я объединю. Норм. Так, ну что, пора приступать, наверное, к ежедневкам, я думаю, да? Хотя, постой. Кстати, ребята, стража я прокачал по фулке. У него максимальный уровень. Точнее, не уровень, вру, какой у него уровень. У него максимальная прокачка. То есть больше ДНК на него искать я не смогу. Так, давай-ка вот здесь вот. 15 тысяч, ничего себе. Нормуль. Я вот его прокачал и сам думаю, зачем он мне нужен, ребята? Он же как обычный, ну как сказать, рейдовый чувачок. Он даже не имеет супер там способностей. Вот Минерва, да. Дэдпул, Росомаха. Но это же, он идет, знаешь, наподобие чего? Ну вот как Женец Кри, да? Который не имеет ничего такого супер-пуперского. Вот надо Капитан Марвел, да. Базара нет, качать нужно, ребят. Она идет как раз под стать этим. Ну, она, короче, из ряда Кри. А я делать себе собирался команду именно из Кришников. Так, ну что, давай улучшим. Вот как бы надо будет ее прокачивать усиленно, если хочу играть за команду Кри. Это как бы их не будет предводитель, самая мощная героиня из их отряда. Также ты видишь, тут Оракул Кри, да, у нас. А Йонду у нас не относится к Кри, нет? Нет, он к опустошителям идет. А кто у нас еще из Кри? Так, Карат, я точно помню. Королевский Страж. Минерва, по-моему, к Кри идет, да. Ну, в общем, короче, мне нужно будет вот усилия делать на Капитан Марвел. Если мы хотим нормально рулить этим отрядом. Так, ну что, давай с тобой дальше. Тут у нас события. Какие? Быстрая, так, персонаж. А тут-то что? Завербуй Эми Фрост. Завербуй. То есть, я так понимаю, на нее идет испытание. Так, здесь что-то у нас еще доступно. Вот, давай посмотрим. Ну, 500 сфер плюс 5 кубков. Так, ладно, ребята, забрали, что могли. Достижения получили с тобой. Ага, 5 халка плюс 25 тысяч кредитов. Забираем. Что-то у нас потратить 240 кредитов арены. Поднять ранг персонажей 200 раз. Нам еще 4 раза поднять ранг, и все, ребята, и награда будет в кармане. Так, война начнется через 58 минут. Рейды Альянса. Ну, а у нас с тобой ежедневки. Так, приступим, ребят. Значит, нужно участвовать в 3 миссиях Союза Злодеев. Давай начнем. Я делаю обычно, ребята, это все на автобое. Берем вот этого чувачка. Я хочу его тоже прокачать по максималке. Ну, естественно, автобой. Получаем с тобой награды. И, грубо говоря, закрываем это задание. Дальше задание вот. Команда героев. Здесь я уже буду искать Марвел, капитан. Она находится у нас вот здесь. Автопобеда. Тратим с тобой 80 энергии. И получаем. Раньше мне выпадало по 6 ДНК. Теперь что-то по 2 только. Не знаю, может быть, там какой-то бонус был. Так, это все дело забираем. Дальше у нас что идет? Купить 3 раза припасы. Давай откроем. Посмотрим, что у нас... Нет, 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 нет. Мне нужны припасы. И вот здесь вот глянем. Так, Танос, Оса и Гренадир. Ну, ради Осы можно было бы, в принципе, потратить, да? Ради Осы. Ради Таноса не уверен. Хотя тоже редко, чтобы вот так вот он выпал. Ладно, я, наверное, пока ничего не буду здесь тратить. Просто возьму и куплю нам ресурс. Вот, ДНК берем. Этого у нас дофига пергамента. Здесь тем более. Лучше так, бронька. Оу. Так, листочки эти. Вот это возьмем. И последнее нам нужно с тобой прикупить. Нет, это нам не надо. Это все дорого. Да ладно. Всего, хотите сказать, у меня очень много, да? А вот этого 26 штук. А вот этого, вот, давай вот это возьмем. Так, и в принципе, вот этого тоже было бы неплохо. Но есть у нас 42 штуки. Здесь 44, а здесь всего лишь 2. Ну, застучал, блин.
Так, здесь тоже 42 штуки. Ладно, возьмем с тобой еще вот это вот. Все, короче, получаем награды. Участвовать в двух налетах. Ну, вот это сейчас нам с тобой предстоит делать. Два боя на арене в реальном времени. Ребят, я там фейлюсь только шорох. На этой арене моя команда просто никчемная и ни о чем. Так, участвовать в трех миссиях компании Иза. Ну, это, ребят, проще всего делается. Это вот так вот. Выбираем здесь. Ставим автопобеду и полностью всю энергию сливаем. Ну, не всю, а 120. Все, отлично. Забираем. Так, ну что, давай начнем с арены, потому что в ней идет откат 12 минут. И сейчас попробуем кого-нибудь себе подходящего найти. Так, открываем. У меня силы 211. Ну, поверь мне, это мало. Можно попробовать вот здесь атаковать. Но что-то мне подсказывает, что я тут отдуплюсь моментально. Так же, как и вот здесь. То, что у них, ребята, силы так мало, на это даже не стоит смотреть. Поверь мне, они меня могут ушатать просто на изи. Все зависит от состава команды. Если у них тут полная идет синергия, распишут и не спросят даже, как зовут тебя, парень. Все фиолы, прикинь, все, абсолютно все персонажи на фиоле. Вот здесь вот только вот один только Халк не фиолетовый. Остальные абсолютно все. Как вот мне с ними тут драться, вот объясни. Вот. Вот здесь синька. Кстати, агент Вилли, давай, наверное, вот здесь вот и подеремся. Это, грубо говоря, халява. Сейчас в данный момент у нас идет. Так, ну что, команда моя готова. Я, наверное, сразу же поставлю на 3x ускорение. Началось. Не, давай, наверное, 2x. Так, с кого начать-то здесь лучше? Ну, по идее, с провокатора это будет у нас носорог. Хотя вот эти вот у нас имеют массовые атаки. Но все-таки носорога, я думаю, что он возьмет провокацию рано или поздно. Угу. Так, берем с тобой провокацию. Бу-бух. Ну, я не знаю, стоит ли нам вешать на них. У них что, у всех контратаки, что ли, стоят? Ну, да. Да ты запарил. Я не понял, а с какого... Секунду, подожди, а почему Росомаха-то погиб? Что они такого сделали ему? Я, видимо, что-то пропустил, да? Так, давай-ка, наверное, мы его... Хотя, подожди, вот так сделаем для начала. Повесим на всех кровотечение. Теперь попробуем вот так вот сделать. Так, мы тоже одного убрали у них, да? Из команды. Так, берем провокацию. Так, гоблин тут начинает буянить. Бу-бух. Так, сейчас мы с тобой дождемся массовой атаки. Именно от Кроссболнута и бомбим. Ну что, остается их трое. Пора ко мне вернуть, наверное, все-таки. Что он там показывает? А, он в провокацию встал, да? Промахиваемся, понятно. Но, Дэдпул, ты-то как? Ну, Дэдпул нормально. Так, давай-ка мы... А, не получится. Тогда возвращаем Росомаху на место. Окей, поехали. Блин, а по гоблину тебе было влом, да, бомбануть? Что-то как-то немножко подфризивает игра. Не знаю, с чем-то связано, ребят. Вот носорог ты достал, а? Вали его. Ну, минус. Ну и с этим уже, ребята, с Мистерио нам проще простого расправиться. Все. Так, ну что? Не понял. С каких-то перепуга два дубля-то выпало. Ну ладно, фиг с ним. Смотри, что-то еще выпендривается. Все, ребята. Кроссбоунс подхватил его на контратаке. Победа. Первый раунд, как говорится, за нами. И мы с тобой перемещаемся на 1269 ранг. Прекрасно. Короче, нам с тобой надо будет ждать 12 минут, грубо говоря, да? До следующего поединка. Блин, что-то немножко подлагивает. Ребят, дайте-ка я перезайду, наверное, в игру.
Так, друзья мои, я понял, почему у меня немножко подлагивает. Потому что три игры стоит на рендеринге. Центральный процессор просто на 90% забит. А еще я тут решил поиграть. Ну ладно, попробуем как-нибудь пробиться. Значит так, участвовать в двух налетах. Ну, налеты, как по мне, это самое любимое дело. Обычно я прохожу это все на автобой. Просто выбираю, ставлю и прохожу. До определенного момента, где либо фейлимся, либо у меня кончается энергия. Посмотрим, что сейчас произойдет у нас. Так, команды готовы. И мы с тобой, наверное, начнем. 63 уровня. Палач. Ну, поехали. Без провокации пока. Воу-воу-воу-воу-воу. Сразу на Минерву нападает, да? Так, Электро у нас в инвиз ушла. Ну, палача, я думаю, мы сейчас с тобой все-таки забомбим. Хотя, постой. Этот еще Джек не взял, да, на себя провокацию? Ладно, делай тогда кровотечение. Так, Кроссбоунс берет провокацию. Нармур, через контратаку, ребята, мы его форсанули маленько. Добьем. Шикарно. Так, все, начинает, короче, у нас этот буянить. Люк. А я его назвал Джеком почему-то. С какого вдруг перепуга? Он провокацию пока на себя не взял, да? Значит, на нас есть шанс взять паучка. Опа. Два кровотечения. Шикарно, если так. Да, он уклоняется, он шустрый. Кросса решила наказать, да? Но у него практически получилось. Так, давай попробуем. Минус паучок. Кроссбоунс получает хил. Нормуль восстановился. Ну что, теперь надо нам с тобой валить Электро. Так, этот опять за свое, да, взял провокацию. Ладно, мы тоже возьмем провокацию. Плюс у нас еще контратака стоит. Электро довыпендривалась. Ну что, теперь берем Джека тогда в раскруточку. Кровотечение, нормуль. Так, медик тут еще мешается. Ну-ка, если так. Ну, этого понятно, да? Защита от смерти была, поэтому он выжил. И добивка. Все, ребят. Я тебе говорю, здесь я обычно на автобой прохожу все. Так, у нас с собой новая команда врагов. Так, паучок. Слушай, а что вот это означает? Ускорение? А, подожди, нет. Контратака и уворот. Ну, по идее, как бы с Дэдпула надо начинать. Поехали. Как ты меня бесишь, а, паучара? Неплохо. Дэдпула минус. Все. Да хорош, а, меченый. Сейчас мы и до тебя доберемся. Я думаю, сделаем вот так. Повесим на них кровотечение. Тут еще и уязвимость стоит. Ну что, Кросс, ты готов? Берем провокацию. Меченого вольника, пожалуйста. А что-то так кисло-то. Оба! Фига у меня на кроссбоунсе висит. Кровотечение сколько. Это с чего такая благодать-то, а? На него упала вдруг. Так, ну что, медика теперь надо брать. Минерва, кровотечение, будь добра. Отлично. Так, Кросс, остается у тебя три кровотечения. Ну-ка, ушатаешь? Должна погибнуть, в принципе. Медик у нас есть. Ну и тут уже все намного проще. Псайлок. Ее начнем, наверное, бомбить. Контратака. Понятно. Кровотечение. Что он там делает? Я не могу понять. Ну-ка давай-ка вот так вот. Бабах. Не понял. Кросс просто-напросто промахнулся. Псайлок минус. Ну вот и паучок, ребята. С паучком, естественно, мы с тобой здесь на изи разберемся. Правда, он уворотливый. Но я думаю, это ему не поможет. Ах ты, гаденыш, уклонился. А если так? Короче, течение повесили, уже хорошо. Ну, все, ребята, ему крышка, мы разыграли партию. Найс. Ну и, как видишь, победа за нами. Так, друзья мои, вот такая у нас вражеская команда. В принципе, ничем не отличается практически от предыдущей. Ладно, начнем с люка. О-о-о-о, тихо. Так, а если макаром?
Остается только добить. Ну, он как всегда начинает, да? Понятно. Захилялся практически полностью. Оу, провокацию взял. Мы тогда тоже возьмем. Так, Росомаха выпендривается. Ай-яй-яй, я совсем забыл, что он взял провокацию кросс, а не люк. Вот это мощно, конечно, контратаку делай. Так, ну здесь провокацию, я не знаю, не стоит, наверное, брать. Давай просто выстрел сделаем. Отлично. Блин, на кросса, да, нападают? Поехали. Попади, нормуль. У него, как всегда, ребят, защита от смерти. Стандарт, господи, стоит у него. Давай вот так сделаем. На-ка. Кто? Электру, да, подбили? Ну, это хорошо. Так, мне главное, чтобы Минерву не уничтожили. Это единственный персонаж, который может вернуть к жизни потерянного или убитого персонажа. Так, этот контратакой забомбил. Теперь давай кросса. Какая-то ошибка. На тебе, ошибка. Ну и Росомаха. Но он один здесь, конечно, ничего не сделает. Просто ничегошеньки. Все. Кросс неплохо его продубасил. И очередная наша победа. Очередная вражеская команда. Так, что здесь у нас новенького? Ага, тут Тор и Палач. Ну, как всегда по стандарту. Либо этого атакуем, либо кросса. Потому что это два провокатора. Ну-ка, углубляем. Что-то слабо-то. Ну, как всегда, ребята, этот берет провокацию на себя. Мы тоже возьмем. Оу, Палач, ты походу попал, да? Давай-ка вот так сделаем. Вдруг его заденем. Нифига. Вот это вот меня бесит просто, а? Когда он начинает именно вот свои бафы развешивать. Блин, у Палача совсем мало хп. Как вот нам... А, вот, все. Блин, нет, не все, ребята. Так, кровотечение еще одно повесим. Опа! Ну, ничего себе ты, парень, даешь. Палач отдуплился, ребята. Ну и кросс, я так понимаю. Хотя у него защита от смерти, опять же, была. Так, теперь этот взял провокацию. Ну и мы тогда берем провокацию. Хорош. Поехали. Слушай, у него еще защита от смерти не спала. А если так? По идее должна, да, ребята? Хотя мы так сделаем лучше. Нате! Всех в минус, остался только Кейдж. Да и то завалили мы его. Шикарненько. Очередной бой. Да практически то же самое. Никаких изменений абсолютно. Но здесь только лишь один провокатор. Это Кейдж. Поэтому нам здесь будет проще с ними разобраться. В разы. Сейчас мы сделаем с тобой массовое кровотечение, да? На них. Естественно, Кейдж тут пробафает всех. Так, отлично. Берем провокацию с тобой. Здесь вместо медика ему бы лучше бы брать сорви голову, я так понимаю. Это было бы эффективнее. И дрожь земли. Так, ну что, поехали. Так, защита от смерти. Надо ее сбить, а потом уже можно будет с ним покончить. С Кейджем, с этим. Ну-ка. Пробиваем. Все, ребят, Кейджа как будто и не было здесь. Ну, а здесь уже все, провокатора нету, поэтому начинаем с Палача. Ну-ка. Да ладно. А так если? Все. Потом начнем с медика. Хотя можно и электро взять. Да, давай, наверное, с нее. Минус. Теперь медик, врач щита. На тебе. Ну, тут понятно. Росомаха своим суперударом, конечно, вытворяет чудеса. Этот еще под уклонением. Ну ты сейчас допрыгаешься, кузнечик.
знаешь, на тебе. Ага, промахнулись. Вот юрки, а, жучара. Поймали. Ну что, очередная наша победа. А кроссы все-таки завалили у нас, да? Ну и что, на этот раз? Оу, смотри-ка, очередная солянка. Но здесь у нас Железный Человек вместе с Кэпом. У них довольно неплохая комбинация будет. Так что... И, по-моему, они что Кросс, что Капитан Америка, провокаторы. А, тут еще и щит. Три провокатора, господи, тяжело будет нам здесь. Да, тяжеловато. У нас массовых атак здесь не очень много. О, видишь, что делает? Так, давай-ка кровотечение на них повесим. Окей. Так, теперь провокацию возьмем. А этот сейчас тоже возьмет провокацию. А, вот они как, вдвоем. Окей. Ну что, наверное, будем все-таки кросса бомбить. Будем кросса с тобой ушатывать. А этот прикрывает, да, гаденыш? Тут еще и медик у меня. Окей, продолжаем. Вот что мне нравится, что он два раза бомбит, ребят. Это круто, конечно. Ну, шатаешь? Фиг там. Лучом прожарил, а? Ну-ка. Ну, Кросс-то должен уже погибнуть. Три кровотечения висит на нем. О, вот что нам поможет. Замечательно. Так, этот со своей провокацией никчемной. И этот тоже взял. Поехали. Так, медик. Буянит тут. Ну, давай тоже возьмем провокацию. Фиг с ним. Блокирует, ты посмотри, а. У него еще защита вот от смерти есть. А если так сделаем? Нифига. Слушай, ты заколебал уже. Все, минус. Ну чё, Кэп? По-моему, крышка тебе. Ой, зачем, зачем это... Не надо было так делать. Все, минус Кэп и медик. Ну медик здесь чё, ребят? Хотя у него была защита от смерти. Поэтому он выжил, а так бы упал бы уже давно-давно. Опять? Он что, сам себе стакает защиту от смерти? Все, достакался. Побед за нами. С каждым боем враг прибавляет в мощах, в уровне и так далее. Так, здесь у нас, смотри. Ага. Халк, ё-моё. Танос даже, он взял себе Таноса. Ну что, попробуем? Надо, естественно, тут уничтожать в первую очередь Халка. Тихо ты. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Я офигею. Так. Почему? Почему на паучка-то? Господи, мне нужен был Халк. Мне нужен на разборку Халк. Хотя мы можем и Чавес попробовать бомбануть. Так, палач, ты достал. Оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо. Попробуем. Ага. Значит, получается, здесь два провокатора. И Танос, и Халк. И это очень плохо. Причем Халк может регенерировать ХП себе сам. Чавс, ты достал. Нифига, на Дэдпул взвизданула. Эй, что за дела? Ну-ка попробуем. Вырубим мы ее. Да. Чавс отдыхает. Так, ну теперь Халка надо как-то или Таноса зашибить. Попробуем так сделать. Так, неплохо. Минус еще один боец, да? Бабах! Ёпарасоты, ты смотри, что утворяет. Так, Танос отдуплился. Так, ну тогда давай попробуем палача. Все. И остается на разборке только Халк. Уж с ним-то мы справимся. С одним. Как говорится, ему уже тут никто не поможет. Зачем я это опять делаю? Вот зачем я это делаю? Я не понимаю этого. Не-не, парень. А, у него опять защита от смерти. Смотри, видишь? Надо сбить. Это в первую очередь. После этого только можно будет его уничтожить. Вот так. Фух, шикарно. Это предпоследний у нас с тобой бой. Потом заканчивается энергия. Так, здесь Йонду.
как бы тоже не айс персонаж. Надо с ним тоже разобраться, но опять же, кроссик не спит, бдит, как всегда будет провокацию брать, 100% тебе говорю. Ага, вот бесит меня вот эта вот стрела его. Вешаем массовое кровотечение. Ведь 100% кросс будет, ребята, вешать, да? Провокацию. Вот проверим сейчас. Ну, естественно. Тогда попробуем. Вот таким ударом. Фигня получилась какая-то. Ага. В ответку, правильно. Паучара еще достал. На кросса, да? Электро тянет. Слушай, ну можно было бы, конечно, вот этот удар сделать. Но я боюсь, мы не попадем по Человеку-пауку. О-о-о-о-о, началось, ребята. Так, регенерацию включил. Так, два кровотечения на кроссе висит. В принципе, это крышка ему, ребят. Хотя все. Все спало. Добиваем. Ну что, Йонду, я за тобой. Провокаторов у вас больше нету. Давай. Нормуль. Так, ну что, медика, наверное, да? Да, медика сейчас ушатаем. А потом уже будет проще с остальными справиться. Так, теперь электро. Да хорош ты, паучок, выпендривайся тут. На-ка. Воу. Всех сразу же, одним взрывом. Так, здесь-то у нас кто? Воу-воу-воу, тихо-тихо, зачем ты? Куда она? Ты что тут утворяешь, я не могу понять, а, мистик? Блин, опять надо с Кейджа начинать. Поехали. Смотри, что делает, а? Кровотечение повесил на кросса. Вот смотри, мы сейчас его бомбим-бомбим. Он хоба и все себе восстановит сразу же. Плюс еще и пробафается. Кто-то вот меня бесит. Берем с тобой вот так вот контратаку. Провокацию. Вот сейчас, смотри, вот сейчас. Ага, пока еще нет. А вот сейчас начинает отхиливаться, смотри. У него полностью. Вот, раз. А что-то так хиленько. Кейдж, это на тебя не похоже. Все, мы, блин, мы не сбили его. Защита от смерти, вот это, ребята, видишь? Вот эта вот штука. Защита от смерти, это его козырь. Ну. Все, минус. Кровотечение должно, по идее, его убить. Хотя мы можем сделать вот так, сразу двоих убить. И палача, да, и Кейджа. Так, ну что. Электро попало. Мистик в инвиз ушла. Но, поверь мне, это ее не спасет. Дэдпул ушатал, ну и остается Тор. Давай, поехали, кровотечение. Атака. И Росомаха ушатывает его. Все, ребята. Ну что, забираем свои награды. Потому что тут победушка за нами. Так, ну что, здесь все, ребята. Потому что бой требует вот этих вот капсул. А ты, как видишь, у меня их осталось 75. А нужно 100. Так что забираем с тобой награды. Вот столько мы с тобой сегодня заработали за эти поединки. Я считаю, неплохо. Возможно, мы даже с тобой откроем сферы. Так, заходим в магазин. Сфера. Вау. Так, что нам здесь выпадет? Жаба 5. Ну, это фигня, конечно, на самом деле. Зато у нас кредитов 1340, то есть я могу себе сейчас приобрести немножко персонажей, которые мне нужны. Так, а тут, ага, сферку мы с тобой открываем. Глубокая заморозка. И кто нам выпадет здесь? Слушай, вот что это за красный страж? Откуда? Это, ребят, типа породина Капитана Америка, только старого или чего? Я не пойму. Так, и здесь с тобой забираем, да? Окей, и за 8. Норм. Так, теперь я перехожу вот сюда на эти кредиты синенькие. Захожу в припасы и смотрим, что мы здесь с тобой можем приобрести.
Ну, королевского стража я уже прокачал полностью, поэтому он как бы отпадает. Также у меня кроссбоунс прокачанный полностью. И вот я вот выбираю между Гаморой, потому что я ее тоже как бы хочу прокачать полностью. Так, и вот тут вот. Может быть, Страйфа? Или Жабу? Вот на ваш счет кто круче? Может быть, Носорог? А может быть, Майлз? Ну, Мантис, по-моему, я тоже, ребята, прокачиваю. Так, еще... А, все, 340 остается. А желтых кредитов у нас 525. Ну, здесь ясен перец, ребята, я хочу открыть себе Рой. У меня этого персонажа еще нету. Как откроем, дальше будем продолжать, потому что я прокачиваю Хеймдаля. Тут вон сколько нужно. И прокачать я хочу... Подожди-ка, у меня Дракс. Да, немножко не хватает, чтобы он предпоследнюю прокачку получил. А вот потом думаю, может быть, сорви голову и сделать вот эту комбинацию: сорви голова, дрожь, палач, Люк Кейдж. И кто там еще идет у них последний? Медик, по-моему, какой-то. Не помню. Не помню, хоть убей. Ну, ладно, это не важно, ребят. Так, здесь мы с тобой, наверное... Ага. Ну, давай сюда потратим. И на крик потратим. Все. Как бы сделаем небольшой задел на звездочку. Так, здесь нам делать нечего. По этим кредитам у нас... Кстати, мы... Минерва. А мне нужна она, ребят? Нет, конечно. Или нужна? Слушай, она же у меня прокачанная. Так ведь? Так. Ну, оперативник, я думаю, вообще не стоит на него тратиться здесь. Можно сферы? Ага, сферы. Сферы нельзя, ребят. Нельзя. Ну... Давай, ребят, потратим. Надо качать уровень, да? Минервы. Так, можно обновить и еще раз получить, да? Обновить и еще раз получить. Ну, давай обновим. Блин! Далин! Кто это такой же? Мистер Зловещий. Ну, давай тогда и здесь потратим. Ну, а что, ребят, делать? Чем больше, тем лучше. Этих персонажей, тем более, вот этого у меня нету. Так, что у нас с тобой еще остается? 91%, ребята, выполнения. Так, во-первых, забираем свои награды. И пойдем второй бой на арене. Закончим все-таки. Давай откроем и посмотрим, кто у нас здесь будет. Ну, тут жестко. 208, 199. Ну, тут, ребята... В принципе, можно было бы вот с этими сразиться. Если честно. Ну, давай посмотрим что-нибудь еще. То есть, меньше не будет, да, я так понимаю? Для меня тут меньше не дадут. 199 это мой предел, получается, как бы, да? Ну, получается, ребят, ну я не уверен, что я здесь могу победить. Кросс. Паучок. Ну, поехали. Фиг с ним. Ой, попробую, ребят, сразиться здесь. Хотя шансов на победу мало, очень мало. За счет того, что у них здесь есть Грут, он будет, ребята, здесь бафать команду, да и при этом еще и хилить ее по полной программе. А из провокаторов у них только здесь один, это Кросс, которого еще попробуй пробить. Ну, нам деваться некуда, будем пробовать пробивать. Это единственный провокатор у них тут в команде. Сейчас Грут начнет тут, да, вешать вот эту хилку. И фиг, мы пробьем их потом. Поехали. Совсем чуть-чуть. Вот он взял провокацию. Росомаха. Два кровотечения на нем висит. Вот дурачок. Вот, смотри, начинается. Снимает все дебафы. Бумс. Страж королевский выдерживает. Плюс вторую атаку делает. Смотри, опять, почему-то Росомаха у меня здесь вообще слабак. Уничтожь Кросса, пожалуйста. Чуть-чуть не хватает. Оп, потеряли Росомаху, но это не страшно, ребят. А вот это страшнее будет. Минус Кроссик, отлично, ребята. Так, мы с тобой вернем в любую секунду нашу Росомаху. Совсем-совсем другое дело, ребят. Смотрите, что мы с тобой делаем. Так, погоди секунду. Да, возвращаем, пока есть такая возможность. Уничтожаем Дэдпула.
Так, теперь давай, наверное, Грута попробуем бомбануть. У него иммунитет, ты прикинь? Аси так. Ага. Иммунитет-то не помогает тебе, парень? А, у него уязвимка висит. Все, понял. Аси так. Блин, теперь защита от смерти у него еще повисла. Так, пора брать провокацию здесь. Так, ну-ка. Есть, ушатали. Ну и все. Один на один с Росомахой. Тут, ребята, к бабке не ходи, мы его уничтожим сейчас. Что он тут сделает один? Да ничего. Мы тебе восстановились. Мы снимаем с него защиту от смерти и добиваем. Все. То есть мы с тобой дальше продвигаемся на арене. Повышаем себе ранг. Так, а можно посмотреть? Вот, 1229. Ну все, с ареной пока мы закончили. Да выходи ты уже с этой арены. Вот у меня кредитов маловато, всего лишь 619. А, 647 стало. Значит так, нам нужно с тобой еще... Ну, в рейдах не обязательно выполнить все ежедневные цели. То есть участвовать в двух боях, вот в реальной арене. Ребят, сейчас вы увидите, как меня здесь будут уничтожать. Я тебе серьезно говорю. Просто безжалостное уничтожение здесь идет. Моя команда здесь вообще ни о чем. Потому что здесь нужна синергия, я тебе еще раз повторяю. Вот это вот, что у меня здесь стоит, что для меня топ. А для арены в реальном времени это ничто. Просто ничто. Меня сейчас тут размажут вонючим сапогом и выкинут. Матч найден. Сейчас посмотрим еще, какой противник здесь будет. Так, видишь? 206. У него... Ну, у него какая-то солянка, но у него вижен здесь... Кросик. Хотя, ребят, не знаю, можно попытаться здесь, конечно, побороться. Поехали. Так, провокаторы у них здесь два, да? Это получается Кросс плюс Халк. Вижен, хрен по нему попадешь. А что он тут повесил сразу же? О, усиление защиты на Кроссе-то стоит. Поехали тогда с Халка. А на Халк сразу почему-то регенерация повесилась автоматически. Ну, начинается, короче. Так, он провокацию взял, да? А, так получается, ребята, три провокатора. Халк, Кросс и Капитан Америка. Ну что, придется нам на Кросса вешать тоже провокацию. И, скорее всего, на Королевского Стража. Он, ребят, я понял. Да и он тоже догадался, да, что нужно уничтожать Минерву. Так, теперь этот еще контратаку взял. Че, на троих, что ли, контратаку взял? Ну ты молодец. Ты молодец. Тут ничего не скажешь. Так, мы не будем пока брать провокацию. Блин, фиг пробьешь этого Капитана Америку. Он со своим щитом блокирует мои удары, ребят. Просто блокирует. Этот еще своим лучом. Ну что, пытаемся. Попробуем пробить. Видишь, опять заблокировал. Плюс на нем офигеть, тут атаки стоит. Блин, я только сейчас увидел, что у него этот стоит. Там железный человек. Ну-ка, попробуем. А, мы потеряли Минерву, ребята, все. Если Минерву потеряли, то нас сейчас тут размажут. Это я тебе точно говорю. Это нас тут сейчас уничтожат. Скорее всего. Ну, попробуем, конечно, как-то посопротивляться еще, но это вряд ли поможет мне. Железный человек сейчас 100% будет применять ракеты свои. Наверняка. Так, если... Фиг его знает, получится тут или нет. Ну, железно-то вальнули, конечно. А вот тут вот. А дальше-то что? Кросса подбить не сможем. Повижу, фиг попадешь, наверное. Так, он берет провокацию. Да ты запарил там же стучать, хмырь, блин. Стукачок чертов, блин. Все, ребята, Росомаху я потерял. Нет, здесь не повезло мне. Ну все, все, тут забомбили, к сожалению. Так, ну что, нам надо еще с тобой один бой на полюбасику сыграть. Так, что у нас тут? Нет, спасибочки.
активировать я здесь ничего не буду. Так, нам точно нужно еще один бой сделать, да. Хочет этого или нет, но придется. И как всегда получим с тобой звездюлей. Ладно, давай искать. Вроде бы, да, противник был настолько слаб по мощам, по всему, и все равно, ребята, сделал. Потому что он постоянно друг с другом взаимодействовал, в отличие от меня. Так. Ханк здесь, да? Смотри, 41-й, 47-й, 54-й. А, это мои, господи, вот здесь вот 50, вот этот вот Хеймдаль сейчас звезданет своей этой массовой атакой. Плюс Локи у него здесь. Сив. А, так у него отряд Асгарда. Это плохо, ребята. Это плохо. Нам здесь ловить нечего с вами, поверь мне. Ну, ты сам видишь все прекрасно, что тут происходит. Запрет на лечение. Зачем мы тогда с тобой сделали это? Ума не приложу. Нет, тут, ребята, шансов нету. Дудущ. Офигеть, вжаривает. Еще вот это вот Хель, или как ее там звать-то? Да, Хелла вызывает своих вот этих вот подручников несчастных, которые мешают. Тут еще и слепоту на нас повесили. Обалденно. На всех почему-то уязвимка висит. Да, я в шоке, конечно, от того, что здесь происходит. Я даже Хель не могу пробить, ты прикинь. Ой, Хель, как ее там звать-то? Сив, ё-моё, Хель. Дэдпула просто снесли. Ну вот как вот так вот может быть, а, ребята, вот скажи-ка мне на милость. Ее даже не берет. Прикинь, я кровотечение в нее бомбанул, на нее не повесилось. Ну, сейчас и меня ушатают. Да, ну, это все. Ну как вот Сив я не могу пробить, ребята? Это что такое наверху вот это вот? Это защита, по ходу дела, висит на ней. Ну-ка проверим. Понял я теперь. У нее, помимо, ребята, жизни, оказывается, наверху полоска брони была. Я только сейчас это увидел и узнал. Поэтому смысла не было ее атаковать. Прикинь, тут двойников надела своих. Жесть. Короче, на арене я полный нубас. Это я тебе точно говорю. Так, ну что, ладно, мы с тобой здесь забираем награды. Так, 5 ДНК на Росомаху. Ну и здесь все, как говорится, уже не в обязательном порядке. Так, я вот сделаю, наверное, вот это вот. Или подожди, что нам тут? Вот. Сюда вкладываемся. Вклад делаем. Опа, и забираем. Как-то вот так вот. Что у нас здесь? Потратить 240 тысяч кредитов. Понятно. Тут по этапам. Давай заберем наши награды. Так, здесь. И вот здесь. Так, 500 сфер. А тут у нас Эмма Фрост. Ну и получается, что все. Только лишь события, да? Автопобеда. Здесь можно автопобеду. Давай. Раз, два, три. Так, постой. Здесь закончились попытки. Так, мне надо было вот здесь тогда тратить, а не там. Ну, ладно. Что у нас тут показывается по персонажам? Можно, типа, их тут... улучшать. На кроссбоунс. А можно тут понавешать, да? Объединим. Тут тоже. И тут тоже. До второй ступени. Так, ну что ж, давай улучшим. Нормуль. Ну, в принципе, я думаю, так. Тренировать нам его не стоит. Лучше я, наверное, вот сюда вот все-таки волью, да? В тренинг. Сколько там она потребует? 402 тысячи. Окей, 68-й, ребята,
уровень она получает. Ну, а по прокачке, как ты видишь, она еще пока слабовата. Имеет 3 звездочки всего лишь красных. Хотя бы нам 6 бы звездочек было бы неплохо. Ну что, дорогие друзья, я на этом буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!